Добрый день, дорогие друзья! Плавательный бассейн, и тема этого небольшого видео рассуждения будет отравление хлором в бассейне. Синхронное плавание, водное поло, плавание, прыжки в воду. Все это связано с посещением бассейнов, в которых чаще всего хлорируется вода. И галоген-хлор – это яд для нашего тела. Особенно он опасен в больших дозах. И редко, но все же отравления в бассейне хлором происходят. Как же должен себя вести человек, если он начинает кашлять, у него болит голова, ему тошнит, рвотные позывы, у него головокружение, а иногда даже появляется сыпь на теле. И это все симптомы отравления хлором. И прежде всего необходимо воздействие на наше тело с помощью ряда мероприятий с целью очищения, избавления этого хлора из нашего организма. Прежде всего надо принять душ. Теплый, простой душ, промыть глаза, промыть нос, рот, уши. Если возможно, добавить воду, 2% содовый раствор сделать и принять это внутрь. Кроме того, можно каждый час пить 1 стакан чистой теплой воды, а затем, если есть возможность, посетить быстро парную или сауну, и за счет высокой температуры и хорошего потоотделения изгнать этот хлор из нашей крови, из нашей печени. Но этого недостаточно. Поэтому выйти на свежий воздух и поделать интенсивно дыхательное упражнение от 5 до 15 минут с целью обогащения нашей крови кислородом. Но этого мало. И еще необходимо быстрая ходьба, медленный бег до потовыделения, чтобы через 15-20 минут из селезенки и печени густая депонированная кровь попала в кровеносное русло и стала изгонять этот хлор, попавший в печень и в нашу кровь, из нашего тела. Отравление хлором в бассейне может быть и более сильным, тогда необходимо вызвать скорую помощь и произвести даже госпитализацию. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.